Ладно. Блин. Нет! Тормози! Тормози! Здание снесешь, брат. Чисто случайно, чисто по фану вот так вот. Слушай, у нас все посудает. Всем здорова, дорогие друзья, с вами по-прежнему Оверкус, и сегодня у нас будет эпичная битва машин в Брикрикс. Всем здорова, ребята. Ребят, посмотрите, что мы добавили. Сегодня у нас будет вот такая вот гигантская дробилка против вот такого огромного монстра на колесах. В общем, ребят, мы добавили вот такую вот дробилку, Некит. Это просто невероятно, братан. Я не знаю, что у нас сегодня будет, но мне кажется, будет мясо просто. Ты на чем хочешь первым поехать? Поуезжать? Я хочу от тебя убежать, братан. А, ну, вот 100%. Так вот, да? Ну ладно, да. Ребят. Поставьте большой палец вверх, если вам нравится такая идея. Посмотри, Некит, какая-то дробилка гигантская. Посмотри, так, все, братан, я сваливаю. Давай, попробуй меня догнать. Давай. Некит, смотри, я на грани. Колесо, я тебе... Не надо. Опа. Нет. А ты что улетел-то? Некит, подожди, куда улетел? У меня просто дробилка. А, ты у меня улетел. А, она у меня, короче, размазалась, братан, просто. Знаешь, что? Я начал тебя, короче, разрезать, Некит, но разрезал свою дробилку. Стой. Я не понял. Погоди, ее закрутил. А что ты перевернулся, братик? А я что, развалился-то сам? Я не знаю. Ну-ка. Ой, ее немножко закручивает. На том колесе, нормально. Ой! У меня машина разваливается я сама. Я не знаю. Есть! Ребят, это просто мясо, Некит. Посмотри, она ничего от тебя не оставляет. Офигеть. Ты год-мод включаешь, чтобы как бы было нормально? Ну-ка, а если я реально включу год-мод? Ну-ка, отлети от меня, братан. Я от тебя отлетел. Я включил год-мод. Ну-ка, давай попробуем. Ну, уезжай от меня, все, можешь уезжать. Давай, можешь отлететь, и я тебя буду искать. Я тебе колесо, Некит. Да это я колесо тебе отрезал. Отлети куда-нибудь в город, ребят. Сейчас мы будем. Я отъеду. Ну, в поиске, ребят. Все, ладно. Я, короче, догоняю Некита. Блин, сложно управлять этой дробилкой, братан. Ты не представляешь, как мне сложно управлять этой машиной. Реально, она сложно управляется, да? Да. Если что, Некит, у нас помнишь, когда мы канаты перетягивали, была эта машинка уже, мы на ней катались. Да. Так, ладно, все, я поехал. Нифига ты от меня удрал, братан. Че так жестко? Есть она неуправляемая. Вообще? Ну-ка, дробилка тоже, она Некит. Она переворачивается, понимаешь? Меня занесло, братан, у тебя есть фора. Так. Я тебе даю фору, братик. Ладно, ребят, я не знаю, если сейчас я без гудмода в Некита въеду, от тебя же просто, Некит, вообще ничего не останется. Да я знаю. Да, ой, я чуть здание не отломал, Некит, ты понимаешь, на этой дробилке можно отломать здание, ребят, ё-моё, невероятно жестко. Так, едем, аккуратно. Ой. Ты где, братик, ты куда спрятался? Ой, сзади ты где-то или что? Некит, где ты? Я не вижу тебя, брат. Не скажу. Ребят, как вы думаете, где он может прятаться? Так, я, конечно, могу отдалить камеру, Некит, но я буду честно все делать. Я не вижу тебя. Ладно, отдаляю ты камеру. Сломал колесо. Отдаляю камеру. Я тебя все равно не вижу, Некит. Я в центре города сейчас катаюсь. В центре? Так я был в центре, я специально из центра ехал, думал, что ты уехал из центра. Ладно. Блин. Нет! Тормози! Тормози! Здание снесешь, брат. Смотри, от тебя вообще ничего не осталось. Ой, ты видишь, куда я улетел? Куда? У меня... Погоди. Ой, нифига, Некит, ё-моё. Я вообще за карту улетел. Ладно, короче, давай это, Никитос, я поставил машинку, все, давай поменяемся. Телепортнись ко мне на карте, вот глянь, где я. Это просто невероятно. Все, садись за пожирателя или что это за дробилку. Так, давай, сядь за эту машину мою. Давай, все, я сел. Все, я сел. Все, Некит, дай мне 10 секунд, чтобы уехать. Все, я угнал. Давай. В принципе, можешь меня искать. Уже? Да, ребят, это нереально эпично, согласен, Некит? Это просто мега круто. Да. Ой, машинка. А, вот и колеса отваливаются у нее. В натуре ты не врал, Некит. Они сами отваливаются. Опа. Куда поехал? Куда? Опа. Куда ты там едешь? Куда ты там едешь? Блин, а ничего себе дрифтит так-то жестко. Да. О, тачка поломалась, нет! Ладно, я подожду, потому что это технические неполадки тачки. Технические неполадки, да, я погнал. 5 секунд. Раз, Ой-ой-ой-ой! 4-5, все, я поехал. Некит, у меня для тебя хорошие новости. Опять технические неполадки. Ладно, давай, все, я погнал, Некит, вот так вот, побыстрее немножко. Во, поехал. Поворот! Ничего себе ты у меня пингуешь жестко.
переворачиваешься тут. Да, ну это пинг некий, это брикрикс. Опа, ну, да. а куда я повернул? Понимаешь, ты я сейчас прямо сейчас, вот тебя догоняю. Нет, ну, ты смотри. Быстрее, отъехал, не понял. Без колеса. Ладно, поставил так, колеса, быстрее. Я здесь не въеду. Ладно. Я здесь не или въеду. Хорошо, да нет, я уже отъехал, братан, я же телепортнулся в другую сторону. Вау! Здорово, брат, здорово! Ты чё? Всё, чё ну сейчас... Чё ты делаешь? Не, это ты у меня колёса всё, Никит, отрезал, можешь меня, в принципе, порубить. Изи. Можешь меня порубить, братан. Вот так вот тебя. Я просто за карту, Никит, летел. Ладно, давай ещё один раунд, ребят, сыграем на этой машинке, а потом добавим что-нибудь другое, Никит. Какую-нибудь другую тачку. Всё, я поехал. Я погнал. Если что, я на мосту, Никит. Ты что сделал? Ты как умер, братик. Давай, заезжай на мост. А ты вышел из машины? Не, я на машине своей. А, ну ладно, ладно. Не, ты меня догонишь в последний раз, и потом поменяем тачки. Давай, давай, давай. О, ребят, едет дробилка за мной. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Опа. Опа, она, некит. Боком. А, нифига ты там, у меня все залагало. Что происходит, ребята? Это просто брикрикс, ребят, это просто пинг. Ну давай, некит, попробуй. Ага, да, здорово. Да. Че тебе так колбасит, блин? Ой, тихо, ты куда? Тихо. Я тебя догнал или нет? Я не, вау. У меня все залагало. Ладно, ребят, давайте мы добавим теперь какую-нибудь другую машинку и попробуем опять погоняться. В общем-то, ребят, мы добавили вот такого вот маленького жучка. Вот такими вот парами из-за него мужик гоняется. Вот такая вот здоровая штука. Ты взгляни, как это выглядит. Огромная дробилка против маленькой машинки. Это просто жесть. Мне кажется, твои лопасти просто до меня не достанут. Мне кажется, Никит, я тебя сейчас в полете. О, нет! Нет, поезд! Я сбил поезд. Некит, если не я, так поезд тебя раздробит, братан. Ой, как тебе везет. Воу. Как тебе везет, ребят. Как ему повезло. Но эта машинка управляется лучше, да, братан? Согласен, она прям... Ну ладно, мы... Едет постабильнее. Ты меня все равно догоняешь, нет? Я понимаешь, я просто тебя напополам разрезал, братан. Это невероятно жестко. Ладно, давай махнемся, короче. Сейчас я на машинке этой маленькой хочу полетать. Так, короче, Некит, давай в город полетели, я в город прилетел. У меня новая рубрика, я под текстурами. Ага, залазь в текстурке, братан, обратно. Я в городе, братик. Все, я пока тут сныкаюсь, пока ты там... Все, в принципе, я готов, Некит. Можешь за мной уже ехать, ребят, мы уже спрятались. Так, я выехал. Давай. Тогда я только в город сначала прилечу. Да, прилетай, конечно. Я уже в городе здесь, ребят, по главным улицам гоняю. Давай, я жду тебя, Некит. Это случайно, чисто по фану вот так вот. Слушай, у нас офигеть! Так в смысле, я тебя вообще не видел, брат! Ты че, офигел? Я чисто только говорю, что это. Это просто, ребят, жесть. А самый прикол, я даже не смотрел в ту сторону, братан. Ну ладно, давай, братан. Давай еще. Я хочу поугонять от тебя. Ой, я уехал в какую-то другую сторону. Ой, что это такое было? Так, Никит, погоди, я вот так выровняюсь. Ты куда? Ты застрял, хорошо. Хорошо, у меня есть время. Ребята, у меня есть время. Поворот. О, нет! Задом. Поворачивай! Нет! Все, передробился. Кстати, эта машинка прям реально сильная, заметьте, ей только вот жопу оставляет. Да. Не до конца раз. Ладно, давай я еще разочек некий попробую от тебя поугонять, потом опять поменяемся. А, ну конечно, ты молодец. Блин, ну ты долго будешь от меня угонять? Не, хочешь, давай я могу погоняться за тобой, братан. Не, давай. Ну давай, последний разочек. Мне просто что-то понравилось уезжать от тебя, братан. Нет, я врезался, господи, боже мой. Ушатался. Опа, хорошо, отъехал. Опа, на, Никитосик. Куда ты там, куда? Ага. Я еду, Никит, все нормально. Опа. Как я разогнался, братан. Я тоже разогнался, так что мы Опа! Привет!
ты куда улетел? Ты меня так оттолкнул жестко. Я, кстати, живу, братан, поэтому ты можешь меня еще порезать немножко. Ну все, ладно, ладно, Некит, ну твоя взяла. Ну твоя взяла. О, эта машинка слишком низкая, по-моему. Ладно, давай махнемся, братан, все. Последний раз теперь я за тобой погоняюсь. Все, я отъехал. Давай, можешь куда-нибудь отлететь, Некит, центр города? Да, я лучше отлечу. Да, я тебя попробую поискать. Все, готов, да? Все, я тоже поехал, ребят. Мы выехали на поиски друг друга, точнее, я выехал на поиски Некита. О, по-моему, я тебя видел, братан. Стой. По-моему... я тебя вижу. Ты едешь вот там, слева. Ребят, смотрите, вон он. Давай. Сейчас рискану, но это того стоит. В смысле рискану? А что ты хочешь делать? Проехать мимо? Или что? А если я боком? Некит, ну что, я на здании, походу. Тут же сбоку тоже дробилки есть, понимаешь? Я могу даже боком встать и вот так тебя раздробить. Правильно, поворот прошел. А ты где, братан? Ты заспавнился? Да, ты заспавнил. Я в центре города, да, можешь меня догонять. Давай, ладно, хорошо. Последний разочек, ребят, догоню Некита. Где? В центр. Центр города, Некит, это большое, обширное понятие, и знаешь ли, все-таки тут город не маленький, я бы хотел сказать. Ну, я тебе скажу, в принципе. В принципе. Как твой город? Если что, ребят, Некит живет в супербольшом мегаполисе, 1000 человек. Да. Ладно, поехали. 50. А, 50? Нифига! Так, ладно, ищем. Ребята, я как сыщик. Что? Ты серьезно? Что? Я проехал тебя? Ты около меня проехал. Реально? Вот я дурачок. А где? Вот здесь? Сзади где-то? А, подожди, это поезд или ты? Да, это ты! Все, ну ладно, я сначала на поезд, правда, посмотрел, а потом тебя увидел. Так, еду. Нормально. Ребята, еду по прямой. Немножко заносит, но ничего страшного. Выравниваюсь. Ай, да блин! Это он задом отъеду. Просто... Скорость 3500 км. Неплохо. Ну что ж, ребят, на этой позитивной роли... Ну что ж, ребят, на этой позитивной ноте наш ролик заканчивается. Ставьте большие пальцы вверх, если вам понравилась такая рубрика. Обязательно подпишитесь на все наши каналы. На меня, на Никитоса, ссылки найдете в описании. Если досмотрели ролик до конца, напишите, конечно же, в комментариях слово «дробилка». Не забывайте про лайки и про колокольчики. А на этом у нас все. С вами сегодня были Оверкус. Всем пока-пока. Пока, друзья.